Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня покажу свои покупки из магазина Ашан. Показывать буду далеко не все покупки, они, ну, были, знаете, не такие уж интересные, но кое-что покажу. Ну, из постоянного это, конечно, салфетки влажные каждый день для детей, 75 штук. Я взяла 4 или 5 упаковок. Чтобы были еще вот точно такие же, только 70 штук, вот в такой вот пластиковой упаковке. Тоже пусть будут. Ну, конечно же, еще были ватные диски, 2 штуки. Еще взяла 2 бутылки воды Эльбрус. Понадобились. Все, не буду, наверное, доставать так. Покажу. Решила взять аппетиссимо плодово-ягодный десерт. Ну, конечно, здесь не очень такой крутой состав, но уж очень вкусно. Далее взяла перепелиные яйца. Такие. Периодически их беру. Взяла булочки с изюмом на 27 рублей 60 копеек. Здесь, по-моему, 4 штуки, наверное, так. Далее, главпродукт, паста томатная. Вот, кстати говоря, раньше брала каждый день, сейчас изменился состав. Решила взять такую. Ну, в общем, не обратила внимания, что это главпродукт. Посмотрела состав, хороший, но просто мне эта марка не очень нравится. Еще по совету своей ученицы икру ментая взяла вот такую на 63 рубля. Мы просто с ней вместе ездили, но она брала себе, и я. Решили еще взять вот такие булочки с чесноком, пахли очень вкусно. Взяла кофе Today. Сметану. Сметану беру каждый день. У нее пока еще хороший состав, очень нравится. Так что пока беру. Далее. Взяла, захотелось мне вообще чего-нибудь такого солененького. Вот. И взяла, тоже ученица сказала, что вроде бы неплохо, вот такую сельдь домашнюю, картошки традиционную, там и слабосоленая. Какие-то 45, какие-то 55 рублей стоят. Ну, конечно, ролл там взяла одну штучку. Взяла со шпинатом рулетики. И с корицей, яблоко с корицей, там на 31 рубль 97 копеек. Вот, еще взяла немножко клюквы такой сушеной, вяленой. И закончились у меня панировочные сухари. Тоже решила взять. Да, и еще я показывала как-то, что в Пятерочке беру вот такую вот вкуснятину. Это козельские разные полезности. Иммуноцея, 2,5% жирности. Здесь на самом деле еще шиповник. Такая сладкая вкусняшка, очень хороший. В общем-то, состав хороший. А есть еще бифилактин, это в зеленой упаковке. И там уже, ну, не сладкое, если кому это нужно. Жирности там и там 2,5%, это Калужская область, достаточно хорошие, в общем, продукты. В Пятерочке 44 с чем-то рубля стоит и 38 вот в Ашане. Вот, в принципе, ну, остальные покупки, думаю, показывать нет смысла, они не супер интересные. Ну, в общем, а здесь, ну, это что-то более-менее новенькое из того, что я в основном раньше не брала или не показывала. Так что видео получилось у меня довольно-таки короткое. Вот. Если видео понравилось, то не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новых видео. Всем пока!